Ребята, всем привет! Меня зовут Аня, я стилист бренда Зарина, и сегодня я вам расскажу про нашу новую лимитированную коллекцию ноября Pink Mood. Как можно догадаться, лейтмотивом всей нашей коллекции является розовый цвет. Розовый — это новый черный. Здесь все его оттенки, от нежно-розового до насыщенного цвета фуксии. Розовый цвет сочетает в себе как женственность, так и нотку даже такой дерзости. Все это в лимитке приправлено оттенком ванили и темно-синим, глубоким, идеальным цветом индиго. Амбассадором нашей коллекции стала прекрасная Светлана Бондарчук, и это неудивительно, потому что розовый – один из ее самых любимых цветов. Розовый назван одним из самых главных цветов этого года. На многих показах недели моды он был абсолютным хитом. А сейчас мы познакомимся со всей коллекцией чуть-чуть поближе. И начнем мы с моего фаворита из этой коллекции. Нетрудно догадаться, я сейчас в нем. Это такой классный джемпер из хлопка, насыщенного цвета фуксии, с отложным воротничком и V-образным вырезом. Сочетать мы его можем с атласной юбкой миди, которая сейчас также на мне. У нее такой очень интересный переливающийся подтон, что делает образ в одном цвете, то есть образ в ярко-розовом цвете, более интересным, более выигрышным. На самом деле один из стилистических приемов, когда мы добавляем в образ в каком-то одном тотал цвете игру фактур. Следующая вещь, которую я хочу вам показать, это такое потрясающее платье, тоже насыщенного цвета фуксии, с отложным воротничком, с такой вот интересной сборкой. Оно тоже имеет атласный блеск, что, наверное, дает ему право занять в вашем гардеробе место самого идеального, самого яркого платья, даже не на каждый день, а на какое-то, наверное, все-таки особое событие. Хотя при желании, если мы сочетаем его с чем-то базовым в обуви, либо в аксессуарах, то можно, в принципе, его вписывать и в повседневные образы. Это платье будет офигенно смотреться в каких-то вечерних образах, с какими-нибудь мерцающими сережками, с туфельками со стразами, может быть, с блестящей сумочкой, а можно все это надеть вместе и устроить себе просто тотальный праздник. Ноябрь достаточно такой серый месяц, и хочется разбавить его яркими красками. И наша коллекция, на самом деле, призвана растормошить вот эти вот серые осенние будни и добавить в них розового настроения. И немножечко отходя от розовой палитры, в коллекции у нас есть несколько изделий, выполненных в светлых оттенках. В ноябрьскую холодную погоду самая, наверное, актуальная вещь – это теплый, уютный свитер. И мне кажется, здесь все критерии идеальные вещи для этого месяца соблюдены. Здесь у нас такая очень интересная фактурная вязка, V-образный вырез, то есть сюда мы можем добавить какое-нибудь акцентное украшение. Сейчас еще очень популярны такие цветочки на ленте. Можно сделать из него такой более вечерний образ. По цветам он очень классно сочетается со всеми розовыми юбками в нашей коллекции, но также можно сделать тоже такой более нарядный образ и сочетать его с белым денимом или какими-нибудь молочными брюками. Здесь у нас вот такой вот потрясающий свитер, он тоже один из моих любимчиков. Интересная фактура, сочетание ванили и нежно-розового, и такой вот очень интересный расклешенный рукав. Здесь мы тоже можем поиграться с фактурами и надеть его с нашей плиссированной юбкой. Мне кажется, этот свитер очень классно будет сочетаться с денимом. Вниз мы можем надеть какие-нибудь акцентные казаки. В нашем суровом климате вы точно будете в тепле, потому что здесь у нас в составе смесовая шерсть. Ребята, идеальная юбка плиссе найдена. Я видела много юбок плиссе в своей жизни, и у этой просто идеальные клинья. Покоряет с первого взгляда это, конечно же, ее цвет, а именно вот такой вот перламутровый отлив. В образе она идеально будет смотреться со свитером в тон. Эта юбка идеально впишется в любые образы, в дневные, в вечерние, потому что, когда вы будете либо бегать по делам, либо танцевать на вечеринке, она будет переливаться, и это точно не оставит равнодушным никого.
Если в лук с этой юбкой, то мы добавим какой-нибудь свитер, рельефные вязки, например, свитер с ангорой из нашей коллекции, то получится тоже такой нежный, уютный образ на каждый день. Следующее наше розовое великолепие – это такой пушистый свитер. Здесь 20% ангоры, он будет очень теплый. Все, что хочется с ним сделать, это просто его обнять. Настолько он мягкий, пушистый и вообще из всей коллекции, наверное, он самый уютный. Мы его можем сочетать с плиссированной юбкой. И также он офигенно смотрится с денимом, с нашими джинсами в цвете индиго. Вот про них я говорила, идеальные синие глубокого насыщенного цвета индиго джинсы прямо перед вами. У них такая очень интересная скошенная застежка. Эти джинсы для ценителей классики, потому что у них крой не свободный, но и не слишком зауженный. В общем, идеальные базовые джинсы на каждый день. За счет своего прямого кроя они будут вытягивать ваш силуэт. Эти джинсы сочетаются со всеми оттенками розового в нашей коллекции. И не только с молочными джемперами, они тоже будут смотреться очень выигрышно. Объемный свитшот в пыльно-розовом оттенке с такой интересной акцентной плюшевой деталью посередине и свободной резинкой. Мы можем его сочетать с темно-синими джинсами, с белым денимом тоже он будет смотреться выигрышно. Мы можем его также сочетать с розовой юбкой плиссе. Получится образ, на первый взгляд, казалось бы, сочетание несочетаемого, но как раз-таки в этом и будет его фишка. Это вещь с большим функционалом. Удлиненный свитер приглушенного розового оттенка, который мы можем сочетать с денимом. Он очень классно также будет смотреться с другими фактурами, например, с кожей. Также мы можем носить его как платье, с леггинсами и высокими сапогами. У него удлиненный воротничок, спущенный рукав, такая приятная вязка и резинка к низу. У него еще есть одна интересная деталь – это разрезы по бокам. У него такая необычная фактура, которая делает его цвет еще интереснее, словно шарик мороженого с посыпкой. На первый взгляд кажется, что розовый цвет – это признак инфантильности, но наша коллекция доказывает, что это цвет яркости, силы и энергии. И вся наша команда Зарины посылает наше розовое настроение вам. Обязательно напишите в комментариях ваши вопросы и до встречи. Пока-пока!